Всех приветствую, с вами канал, с вами я, Сальтуха. Сегодня мы будем походить очень интересную игрушку, понимаем, кейс аниматроникс. Эту игрушку, ну, она, конечно, старенькая, но это не означает то, что она прекрасна и, самое главное, страшная. Так, проснулись мы. Я уснула, уже почти полночь. Это еще что такое? Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Сходи, проверь. Так, а чё? Можно мне чувствительность побольше? Нельзя? Окей. Так, фонарик. Моё. Включили. Да, ещё и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Ну а что тебе не нравится? Сколько же все это стоит? Так, окей. Так, ясно, понятно. Так. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми, это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Наконец-то ты балаболь закончил. А то я ждал, когда ты закончишь. Так, короче, вообще... По идее, я играл... немножко... Конечно, это не в первый раз, когда я играю в эту игрушку, а вот реальным прохождением начался только сегодня. Конечно, много я прохождений смотрел, но до сих пор для меня вот эта игрушка самая страшная из всего, что возможно. Так, давайте сразу же включим яркость пошуче. Так, окей. Чё, куда нам идти? Сюда? Так, окей, мы идем. Мы молодцы. Так, о, документ. Ну, документ. Все, куда? А, дурак, не прячься, я хотел. Думал, документ можно посмотреть, а нельзя. А, это типа, наверное, офис босса, понял. Откуда мы вышли? Куда мы пришли? А, вот дверь. Или это дверь. А, да. О, тут можно бегать. Ну, вроде как я помню из прохождений, которые я смотрел. Не надо так. Так, допросы. Раздевалка. Как я думаю, вот. Окей, пока что вот этого нету. Потому что когда вот бегаешь, там красный человечек появляется. Зал совещаний. И там это означает то, что ты дохера чмо. 113 чего там. О, шалом. Шо у тебя ты такой, урод? 6804, кстати, да? О, я же тебя видел только что, у тебя гроза... Красным грелись. Чё, быканул? Ладно, пока нам сюда не нужно. Можно отправляться туда, куда нам надо. А куда нам надо, пока что... Мне неизвестно, потому что я дурачок. Куда ты забрал? Сюда вроде, нет? Уборная и уборная. Чё палишь? Не пали. Так, а это стенка. Понял. Кстати, я реально что-то забыл, куда мне нужно идти. Так, Света там дебил там сидит. Значит, нам вообще в другую звездохать. Так. А, тут по идее... Сюда только остается идти. Да смысл что-то использовать? Выключи. Ничего. Дверь закрыта. Не понял. А куда, значит? Найдите диспетчерскую. Где она, диспетчерская? Да уж. Придется, наверное, долго походить данную игрушку. По сериям. Потому что я глупый. Зал завещания. Сколько я раз смотрел,
Еще не помню. Так, раздевалка. Можно открыть? Дверь закрыта. Окей. Это что? Зал совещания. Тоже закрыта дверь. Так, сюда. Раздевалка. Шалом. О, диспетчерская. Вот сюда нам надо. Пум-пурум, пум-пум-пурум-пурум. Россия включил. Здорово. Приснится уже такое. Так, уже полночь. Пора идти домой. Ночной вызов. Надеюсь, обойдется без выездов. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Не. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Че, у тебя не дежавю. Это теперь уже реально. Так, тут у нас возьмем. Но потом почитаем. Сейчас нам не до этого. Пока можно собирать вот эти всякие листочки. Так, окей. Так, тогда да-да. Так, что у меня есть? Сигнала нет, окей. Нам нужно диспетчерскую. Угу. Но я вроде помню, куда идти, так что выдвигаемся. Не беги, дура. И вот сюда вот. Диспетчерская. Чё? Какой код? Я не знаю никакой код. Так. Тут никого нету. Это вообще ништяк. Это вкусненько. Самое главное. Вот это да. Окейшки. Ладно, значит, нам со мной сегодня придется возвращаться, так что это возьмем мы. Так, что это у нас? Что это? Раздевалка. Раздевалка нам не нужна. А, шалом, ты еще не проснулся. Окей. Так, 2087. Запомнили и побежали. Сука, что это за хуйня сейчас была? Что у меня сейчас? Кто, какая змея на меня сейчас напищала? Не понял. Я чуть не забыл пароль. 2087, ёбаный бабай. Отлично, осталось найти электрический щит. Вот тут он, да, понимаешь? Чел. Опа. Второй электрощиток. Нужно включить второй щиток. О, наконец-то, все, можем смотреть. Сколько у нас процентов-то? Можно посмотреть как-то? 92. Ладно, пока что есть. Пока понаблюдаем. Так, мы в дисплее. Так, тут никого. Тут тоже. Так, дисплей. Где второй дисплей может находиться, люди? Я вот не знаю, где он находится. Так. Чё? Ответьте на телефонный звонок. Окей, сейчас пока что это... Где это? А, шалом. Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Он обожает, обожает играть. Скачивайся от аниматроника в раздевалке. И это я помню. Спрятались, потому что мы молодцы, потому что мы можем. Так, и убавили немножко звук. Ебанутый. Я случайно. Нет, случайно вышел. Мне чуть из-за этого случайного вещицы чуть анал не сломали.
Сейчас ждем, пока это кошачело пройдет, не знаю, либо кто это. Короче, железный ебала пройдет туда и обратно. Нам нужно, чтобы она прошла. Ждем пока что. Вот дальше вот этого я не проходил. Че, долго будешь там находиться, письку свою мыть? Или че? Я же помню, что ты должен уходить. Все, я не слышу железных пиндовских звуков. Можно идти сюда. Забирать ключ и карту. Отдай. Похоже, это ключ-карта от какого-то... Откройте дверь с синим индикатором. Это мы знаем. Так, где ты, гей? Так, где мы вообще сами находимся? Так, мы тут находимся. Тут связи нет. Самое главное для меня это вот это вот. Так, окей, выключим. Самое главное тут везде находиться. Это тихо. Это мы не читаем. Это мы не проходили. Так, зал завещания. Так, синий же, да? Это недалеко. Не, тут желтое. Так, давайте пока подумаем, где тут можно спрятаться. Вот тут, например, можно спрятаться? Нельзя. Это нехорошо. Окей, все, спрятались, мы молодцы. Не найдешь, не найдешь, не найдешь, не найдешь, не найдешь. Слышали? Побежало, чмо. Уваливай отсюда. Вой, смотрите. Чепушня смотрит. Давай проваливай. Проваливай отсюда, я сказал тебе. А, нам вот сюда нужно, да? Не понял. Ты это буканул, что ли? Чел, ты будешь тут уходить как бы нет? Ну, типа, тебе нужно в другом месте находиться. Молодец. Сразу же бы так. Не понял. А это откуда он пошел? Он туда пошел? Сейчас в эту открытую дверь или что? Подождите. Так. Нужно пока посмотреть, где мы сами находимся. Под каким стойком? Мы, конечно, не отображаемся. Так, 80%. Окей, пока можем поразмыслить. Поразбросать мозгами. Он вышел. Около шкафа. Окей, значит, можем выходить. Так, он вышел. Вот туда он вышел. Мы молодцы, окей. Нам нужно сейчас выйти вот так. Потом так. Короче, по коридору сейчас вперед. Самое главное, нужно прислушиваться. Ух ты, бля. Шалом. А мне туда вроде нужно. Вроде как. Ты меня пропустишь? Пожалуйста. Подожди. Мне сюда нужно? Да, мне сюда нужно. У меня сейчас ляжка трясется.
Не-а, я спрятался. Я спрятался, так что меня тут-то нету. Окей, близко его нету. Либо он просто тоже, как я, долбоёб, прислушивается. Можешь не дышать, я слушаю. Он неподалеку. Сейчас, подождите, нужно немножко передышать. Ну, моему герою и мне тоже. А то уже ляжка трясется от страха. Тихонько, но можно слышать. Такс. Записки, вот. Если что, можно записки. У меня 2, 11, 5 и 14. 4 из 14 я собрал. Окей. Он довольно близко. Я бы, конечно, играл бы желательно в наушниках, но из-за того, что я буду в наушниках играть... Короче, мне в наушниках неудобно. Да и вам тоже не будет удобно, потому что слышать, как обычно, будет только меня. А саму игру не будет слышно. Окей, он вышел. Можем уходить. Так, куда нам нужно? Включите второй, а вот, второй электрощит. Значит, теперь во всем здании есть свет. О, котейка. Больной ублюдок. Гигантская кошка. Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Сколько процентов? 6. Реально мало. Мне вот сюда нужно, значит. Такс. Блин. Она там, где мне нужно. Так, контрольная точка. Подождите. Планшет садится. Ладно, на этом мы пока что закончим первую серию. Потому что для меня это и так очень даже хорошее продолжение. Ну, первая серия и так будет со мной экспериментальная. Вдруг вам не зайдет, чтоб я походил эту игрушку. Но я все равно хочу эту походить игрушку. Ладно. Увидимся в следующей серии. Будем искать батарейку. Вот чтобы заряжать. Ладно, всем пока.